вдвоем были. Сейчас Семин вместе с ними появился. Но уже пошли последние минуты. Сейчас задержка клюшки вполне могла быть. Я не знаю, поднята рука у арбитра того, который был ближе к эпизоду или нет. У этого не поднято. А, ну, в любом случае, все уже. Рейнджер шайбы касается. И вот сейчас нюанс, который, если бы арбитры свистнули, ну, там надо смотреть, было ли это удаление или не было. Но если оно вдруг было, представьте, нюанс, Вашингтон играл бы в большинстве. А так Рейнджерс, ну, почти что хоронит хозяев. Почти что. И на память, если так все и закончится, на память болельщикам Вашингтона останется только первая домашняя шайба Овечкина в нынешнем сезоне. Келлахан ушел от Лайха, который не стал его преследовать. Передача на пятачок, а там Федотенко, бесхозная Федотенко. Но здесь так вот, если откровенно говорить, мы сегодня много видели хоккеистов, которые привозили себе шайбы, но они потом...